Там прям вдвойне нужно быть аккуратным. Спасибо большое за поддержку. Да капец, откуда этот old school? Как он так? Что за позиционка? Я вообще не выкупаю его позиционки. А, блин, вот, конечно, этот мистер old school, конечно, очень хорошо играет. Как он научился так хорошо играть, я не понял. Друг Алёси, когда у меня в руках АВМ, все просто ложатся, дружище. Мужики. Ребята, всем привет! Сегодня у нас подъехала дуэлечка. Дуэлечка против Вели. С тебя лайкосик, подписка на канал. Все, погнали. Но дуэлька не простая, а такая прям кам, так сказать. Вот, за место меня будет играть один человечек. Это Кози. Ребят, посмотрим, что из этого получится. Тебя лайкосик, подписка на канал, погнали. Все, пожелаем удачки ему. Донатим Веле на дуэльку. Пишем от своего имени, так сказать, олдскула, ёк-макарёк. Дуэлька 1-1. Все, погнали, ребят. Окей, олдскул, брат, дуэлечка, ёк-макарёк. А полетели, роднулечка, ёк-макарёк. Погнали, родной, погнали. Давай сыграем, друзья. Мистер Ёк-Макарёк. Гоу, я за КТ. А я за Т тогда играю. Хорошо, я тогда играю за Т. О, у меня 5 миллионов. Yes. Хо-хо. Дядь, ну ты прям мне в лицо закинул. Имба. Блин, ну 50 дамага. Не, ну слушай, это ёк-макарёк, жесткий типок. Реально, надо сейчас фулл фокус играть. Парни, Веля, не позорище. Я поставлю скин на спас, пожалуйста. Только не обзывайте меня бичом. Спасибо большое. Так, сейчас минуточку. Ой, хорошо поехала. Хорошо поехала, тепленькая пошла, парни. Когда мне разработчики пришлют промики, и я готов раздавать вам, ребятишечки, промокоды на самые лучшие ножи, на самые лучшие. Ага, у него тоже спас. На самые лучшие ножи, на самые лучшие арканы. Что? Сгорел! Чисто жареная курочка. Гриль чисто, понимаешь? Чувствуете запах жареной курочки. Не, ну а чё, его право, это право Влада 4. На самом-то деле. А как говорится, авторские права мы что? Правильно, уважаем. Авторские права мы уважаем. Все, это можно раздавать через промокоды. Ой, хорошо. Ёк-макарёк. Братенься. Текс. Ого! А слушай, да нифига себе, я даже не видел его головы! Не забыл еще? Конечно, не забыл. Как я могу вас забывать? Ребятишечки. Спасибо, Лишуэля, спасибо за поддержку. Так, а мы супер фулл фокус играем против олдскула, который, ну, реально жесткий. Рил жестик. Аккуратненько. Вот это я понимаю, красиво залетело. Скоро промики будут, ребят. Скоро будут промики на самые лучшие скины, пацаны, вы понимаете об этом. Пацаны и девчонки, если что, естественно. Очень приятно, что меня смотрят не только пацаны, но и девчонки. Почему? Потому что очень круто знать, что Stand of 2 интересуется не только мальчики, но и девочки. А я прям слышу. Друг Алёси, когда у меня в руках АВМ, все просто ложатся, дружище.
VPN ставить. Нормально, а у тебя как настроение? Нормально. Каждый раз меня подлавливает. Тебе как настроение? Поддержку. Спасибо большое, ребят, что реально, типа, вот у меня сегодня реально тильтовый день, а вот что-то я запустил стрим, и сразу настроение улучшилось. Вот вы лучше любого психолога, я вам говорю. Только не говори, что сзади. Найс! Найс! Айвет, бобрёнок. Как? Ты чё, офигел? Какой я тебе бобрёнок? Ничего, это моя карта. Я сама работаю. Да, ну, я очень надеюсь, что у тебя великолепно день проходит, как говорится. Что работа на релаксе, никто мозг, как говорится, не нагружает. Это главное, это главное. Я вообще считаю, что, как говорится, главное, что правильно. Главное, что правильно. Главное, что радоваться каждому дню. На улице хорошее на улице хорошая погода, это уже, как говорится, повод для того, чтобы порадоваться. Блин, вот, конечно, этот мистер Old School, конечно, очень хорошо играет. Как он научился так хорошо играть, я не понял. Камерунчик, ля, а ты шо, спасибо тебе большое, брат. Жду инвайт в клан, двоеточие трюки добавь. Двоеточие, слечь меня, чуть не было, это удалил. И КСТ поздравляю с 5 ляма. Спасибо большое, роднулечка. Закину, брат. Сломал и на работе. Поэтому, Эля, давай ты там смотри аккуратно, выздоравливай. Как говорится, чтоб все было без последствий. Я просто не знаю, типа, когда ты что-то ломаешь, ну, типа, надо, чтобы оно правильно еще срослось. Я ничего, кроме носа, не ломал. О, Милонти, привет. Ты работаешь массажисткой? Ну там прям вдвойне нужно быть аккуратным. Спасибо большое за поддержку. Да капец, откуда этот Old School? Как он так? Что за позиционка? Я вообще не выкупаю его позиционки. Такое чувство, как будто это фейк Old School. Думаете, это фейк Old School? Это фейк Old School? Ой, мужики. Это фейк Old School, реально? Это что, я в ролике? Эй, я в ролике! Притворился олдскулом и унизил Велю! Бэм, бро! Я в ролике, пацаны, если что. Поздравьте меня. Жесткий. Передаю привет зрителям. Ура, ёк-макарёк, я научился играть. СПС за игру. СПС за игру! Фейк! Не, ну а чё?